Всем доброго дня. Я Дов. Сегодня у нас Galaxy S3. И очень частая проблема, которая происходит с этими телефонами, это гнездо зарядки. Постоянно выходит из строя. Вот мы подсоединяем кабель. Абсолютно никакой реакции. Стоит это довольно дорого в сервисных центрах, чтобы поменять. На самом деле вопрос решается очень легко. В 9 случаев из 10 принесенных телефонов с данной проблемой гнездо зарядки не меняется. Оно, не знаю, ввиду того, что возможно какая-то не очень удачная конструкция самого гнезда, оно постоянно просто отрывается от платы, и хозяину телефона просто приходится нести телефон в сервис, вот, для того, чтобы его отремонтировать. Если у вас есть паяльник с тонким жалом, то вы это можете сделать сами, сложного ничего нету. Снимаете батарейку, раскручиваете телефон. Контакты очень тонкие этого гнезда зарядки, вот, скорее всего, они просто отошли от платы. Один, два там, или три контакта, поэтому вам понадобится паяльник, флюс, желательно припой и жало паяльника как можно тоньше. Снимайте верхнюю панель, отстегивайте два верхних шлейфа. Это шлейф камеры верхнего динамика. Снимаете плату. Вот оно, наше гнездо. Покажу поближе. Вот видите, вот эти вот 5 контактов, они идут точнее, вот эти 6 контактов, они идут на USB, и вот эти вот 2 справа и 3 слева, они идут на зарядку телефона. Если у вас есть микроскоп, хорошо, вы можете посмотреть под микроскопом, какие из контактов отошли. Вот. Если нет микроскопа, то можете проверить иголкой. Судя по всему, все контакты оторваны. Для начала прочистите техническим спиртом разъем. Продуем. Добавим флюс немного. Припой, если он необходим. Это все можно делать без микроскопа, достаточно хорошо просматривается. И вот таким образом все контакты просто припаиваете, не меняя гнезда. Припаяли, проверили. Вроде все в норме. Если же что-то не припаялось, если у вас оторваны пятаки,
то, конечно, придется нести в сервис. В сервисе вам поставят новое гнездо, возможно, с помощью перемычек. Давайте проверим. Пятаки — это те точки на плате, к которым припаивается гнездо. То есть получается, они составные платы. Включаем телефон. Давайте проверим. Зарядка пошла. Вот таким, друзья, простым способом все это решается. Если, конечно, гнездо сломано снутри, сверху, здесь свернуто, то, конечно, приходится его менять. Ну, еще раз говорю, в 9 случаях из 10 достаточно просто подпаять контакты, которые у данной модели постоянно почему-то отламываются. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. И всем удачного дня!